Итак, у нас тема, как всегда, философия компании, актуальные новости нашего проекта замечательного. Вот, меня зовут Олег Тарасов. Я являюсь инвестором 2016 года, партнером с 2019 и региональным спикером. Вот с 21 года, как я так посмотрел, да, Алексей, подтвердишь, не подтвердишь, в общем-то, решил уже выставить все в числах. Вот, мы какое-то время с Алексеем были комьюнити-менеджеры, но решили, что нам комфортнее работать так, как ранее, поэтому вот сейчас у нас на одну должность стало меньше. Ну что, Анатолий Эдуардович продолжает нас удивлять, и я думаю, что в этом году будет у нас много разных, скажем так, интересных событий, да, связанных с адресными проектами, связанными с новым этапом в развитии. Вы знаете, что уже 13 апреля мы удивительно, да, все ждали, а вот он уже 15 этап наступит буквально через 3 дня. И этот 15 этап говорит о том, что мы с вами уже переходим в область скоростного транспорта Юнифлэша, который будет двигаться со скоростью 500 км в час, то есть он есть, но такой трассы еще не построено, да, вот это все силы будут туда брошены, вот, а именно грузовой транспорт, пассажирский транспорт, вот, где скорость 150 км в час, мы с вами скоро уже будем это лицезреть, потому что у нас все для этого в Шардже готово. Вот, и поэтому осталось только, в общем-то, наладить, наверное, все подвесить, наш замечательный новый Юнибус, который я вам немножко позже расскажу, да, который уже, в общем-то, доехал. И мы с вами, возможно, встретимся в Шардже, потому что там будет проходить тоже экофестиваль, как в Мариной Горке. В Мариной Горке планируется летом, вот еще числа неизвестны, а в Шардже планируется осенью, потому что там сейчас будет жарко, да. Вот, кошка тоже моя подтверждает. Вот. Но мы говорим о том, что философия компании, как всегда, это замечательно. Я всякий раз это говорю, что транспорт является, должен быть решением широкого круга проблем, а не их источником. Вот. Поэтому система, которая предусматривает перевозку пассажиров и грузов в отдельном пространстве, это второй уровень, то есть над поверхностью Земли. Ну и наш транспорт действительно безопасен, доступен, адаптивен, экологичен и энергоэффективен. Все мы с вами разбирали по отдельности, и сейчас в процессе нашего вебинара мы опять-таки с вами убедимся в том, что действительно этот транспорт является, выполняет все вот эти вот, скажем так, функции, задачи, и скажем так, несмотря на происки, скажем так, недоброжелателей, вот, серьезные люди, серьезные, скажем так, руководители своих стран, они продолжают приезжать и, скажем так, узнавать про этот транспорт, и вот как в Шардже Анатолий Эдуардович Юницкий лично принимает, рассказывает, и вот одной из таких встреч, вы знаете, мы в прошлый раз, 2 недели назад, мы с вами говорили о том, что правитель Эмирата Рас Аль Хайма посетил Юскай Транспорт, вот, и здесь вот Анатолий Эдуардович представлял, я, это, кстати, вот слайды из прошлой моей презентации, да, почему я решил это говорить, показать еще раз, потому что кто-то был, кто-то не был, но повторение мать учения, а второе, что есть продолжение всего этого, да, вот. Ну вот вы знаете, тут Анатолий Эдуардович представляет вот сейчас на фотографии Олега Зарецкого, стоит Денис Юницкий и Сергей Тарасов. Да, добрый вечер всем, присоединяйтесь, вот, и вот 4 таких действительно красивых человека и руководителя, да, вот в костюмах, видите, галстуки, все, рубашки, все, ну вот, очень серьезные там ведутся, значит, работы. Ну вот, значит, вы знаете, приезжал шейх Сауд бин Сакр Аль-Касими, да, вот, и он является руководителем
одного из семи эмиратов, которые находятся туда ближе к Оману. Вот. Анатолий Эдуардович, естественно, провел лично все показ вот этот вот. Они проехались на этом транспорте. Кстати, вот эта женщина, это руководитель всего вот этого университета Шарджи, который там есть, да, то есть она тоже там присутствовала, поэтому тоже есть и на это продолжение для, вот, скажем так, чуть позже скажу, да, вот, в общем, все прошло замечательно, но в прошлый раз мы, я вам рассказал, что это за эмират, да, вот он находится, вот он таким, скажем так, коричневым, да, таким светло-коричневым, вот, вот рядом с Оманом, да, вот, чем интересен этот эмират, что там нету ни нефти, ни газа, и там очень интересные, скажем так, исторические места, и там на самом деле, в общем-то, планируется и планировался развивать туризм. Вот. И мы с вами в прошлый раз говорили о том, что действительно там удивило то, что в городе совсем нет общественного транспорта. Да? То есть все красиво, все замечательно, но там нет практически общественного транспорта. И вот этот вот приезд, который был именно в Шарджу, удивил тем, что... Я говорю, наверное, будет какое-то продолжение. Но это продолжение, оно сразу и было. И вот, и поэтому вот это я уже взял видео, когда это все показывали, да. И, в общем-то, теперь есть продолжение. Потому что новость вышла, скажем так, в два этапа. Так вот, на встрече с его высочеством шейхом Саудом бин Сакр Аль-Касими, членом Верховного Совета Арабских Эмиратов правительства Рас Аль-Хайма, да, Анатолий Эдуардович Юницкий, основатель генеральный конструктор Sky Transport, предложил несколько вариантов практически реализации транспорта инфраструктурной технологии. Ну, мы еще в прошлый раз с вами говорили, что там есть аэропорт, но он сейчас не действует, поэтому туристы, которые прилетают в Дубай, им надо там добираться около 2 часов, либо в Абу-Даби, тоже там надо было добираться, либо в Шарджу, да, то есть там тоже 80 километров надо было добежать. Так вот, вопрос стоял тоже об этом, о соединении, возможно, да. Но на самом деле обсуждались еще другие, значит, пути, и вообще преимущество, опять-таки, транспортной системы было повторено, что это малая материалоемкость, да, то есть, видите, стоит мечеть, вот тут, в общем, дорога, а вдоль дороги, вот там, где могут быть фонарные столбы, там очень красиво вписывается вот наш ажурный такой транспорт, да, вот с этими новыми кабинками, карат называется, да. Дальше, высокая надежность, долговечность и безопасность, вы знаете, сроки там, получается, трасса 100 лет, транспорт до 50 лет, вот такие вот, знаете, там, в общем-то, это действительно так, по нынешним временам это очень большие сроки, столетия, да, что транспорт, Анатолий Эдуардович дает такую гарантию. Высокая интеграция в инфраструктуру города, ландшафта в любых ландшафта, климатических условиях. Действительно, неважно, что это будет. Речка, либо это будет залив какой-то, либо это просто пустыня, да, вот. И, скажем так, вот важный параметр — длина пролета. Вы знаете, что если нужно сделать 2 километра, будет 2 километра. Если позволяет, допустим, и более устойчивый транспорт, может, 50 метров. В общем-то, пожалуйста, на любой вкус и цвет, как говорится, да. Поэтому вот это вот все было показано, рассказано. И вот, пожалуйста, один из уже оговоренных и выставленных у Олега Зарецкого на сайте ЮСК, вот, и, кстати, у Анатолия Эдуардовича ЮСТ тоже выставлена там эта информация, что действительно оговорили такой вот вариант линии протяженностью 11 километров. Я специально на карте это все смотрел, но вам уже так вот это точки полностью не буду ставить, но просто вот есть такой рукотворный, скажем так, тоже там такой залив, и вот тут написано, видите, Марджан Бульвар, да, и вот тут такая, посередине идет дорога такая, если вот потом приблизить, вот, вот, и она идет вот, ну вот посередине такая серая полоска, и вот это действительно бульвар, он начинается вот отсюда, и в принципе вот, вот тут вот эта вот станция первая Аль-Сакр, потом она вот так идет по бульвару, потом движется там, вот станция Марса, еще она не обозначена, это ТЦ Аль-Хамбра, а вот ТЦ Аль-Хамбра находится уже здесь, вот тут торговый центр Аль-Хамбра, да, вот, и
и Village, то есть деревня Альхамбра. То есть получается, на самом деле, возможно, это будет вот таким вот образом идти, да, то есть вот вы видите, тут через залив, возможно, тут будет вот это вот, как мы и говорили, что уже через водную преграду. Скорее всего, так и будет, потому что, ну, каким образом, если дойдет сюда, значит, соответственно, значит, будет пересечение, это будет, видите, так вот, соединение такое, вот 11 километров, да, и уже это проговорено, да, видите, вот столько станций уже обозначено, кроме того, обозначено, просчитано уже, что достаточно будет 20 юнимобилей, вот таким вот, да, вместимостью по 16 человек, и средняя скорость, ну и будет составлять 88 км в час. То есть, если взять, скажем так, 150 максимальное, да, то в среднем получается вот с учетом разгона, с учетом расстояния между станциями, получается уже вычтено 88 километров. Как вам эта новость? Мне кажется, это очень здоровская новость, что действительно уже не просто вот в очередной раз приехали, посмотрели, а именно вот, вот этот шейх, который действительно... Да, супер, я тоже так думаю. Действительно, этот шейх приезжал не просто так, потому что, смотрите, вот в Шарже это ведется, да, тем более вот этот вот, скажем так, Эмират Рак, он сокращенно, да, вот, он действительно раньше входил в Шарджу. Вы помните, я рассказывал о том, что вот эти вот правители, они были раньше такие воинственные, они были пиратами, потом был заключен мир и так далее, вот с этими с англичанами, вот. Но по-прежнему вот этот вот правители, именно потомки тех вот пиратов, они правят и Шарджи, и вот этим тоже Эмиратом. И вот они сейчас все вместе, значит, там обсуждают, смотрят, вы знаете, в Шарже так как-то, как такового не было развито, да, скажем так, транспорта, все в основном Дубай, Дубай знает, ну, Абу-Даби, он огромный эмират, вот, а именно вот эти, скажем так, Шарджа более известен, ну, в силу, опять-таки, мы тут больше знаем, а так вот люди в основном знают Дубай, 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 вот не сходит с языка, да, вот. Ну, вот теперь, видите, зазвучали другие штаты, эмираты, да, и которые действительно будут привлекать свои, значит, ну, вот я тоже вот сразу вот здорово впечатляет вот это вот, скажем так, небоскреба, да, а потом они начинают на тебя давить, 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 и ты уже понимаешь, что ты устаешь от этого. Вот много туристов, много вот этих дорог, вот это вот все, скажем так, метро переполнено, особенно в час пик, высокие небоскребы, и вот люди, 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 люди. Так вот эти штаты, эти эмираты отличаются именно тем, что там пока мало людей, но там и другое, вообще другая природа. Я вам чуть позже покажу еще несколько фотографий. Вот, другой. А, ну вот, смотрите, вот он, видите, как он сделан. И там, кстати, еще рядом горы, потому что в Омане есть горы. И вот это вот, во-первых, очень плодородная почва там, да, гораздо плодороднее, нежели вот в пустыне там. Вот видите, какие они рукотворные. Тут сразу и яхты, клуб, и получается вот это вот этому, по этой красоте будет тоже двигаться наш транспорт. Я думаю, это будет очень здорово. То есть вот это вот все предстоит работа, и которая действительно вот она не навредит ни вот этим вот островам, не, скажем так, соединит очень быстро. Я так вот понимаю, вот здесь вот между основным берегом и вот этим островом тоже будет соединение. Поэтому предстоит что-то очень и очень интересное. Вот, и давайте я вам еще покажу фотографию. Подвисает, что не понимаю. Вот, вот так остров выглядит, да, вот, вот этот бульвар, кстати, вот он идет. Вот, тут мостик, видите, сделан. Вот, то есть нам мостик не надо уже будет, то есть будет идти сверху, и вот так это будет все вот разъезжаться, и вот отсюда, вот от этого круга, скорее всего, будет возвращаться вот сюда вот, где я вам сказал, вот это вот тоже там залив такой получается, и там вот находится вот эта вот деревня Альхамбра, видите, вот тоже вот связь такая вот, Альхамбра есть в Испании, да, вот тоже где вот, и здесь вот тоже есть Альхамбра, да. Вот такая вот интересная, то есть вот, вот посмотрите, какая красота, да, то есть вот это вот я уже вычитал, что это вот Hilton Double Tree, как у нас на Немиге, да, тоже там Double Tree, вот это вот все, один из таких у них популярных отелей, видите, тут вообще стоят какие-то или виллы, или это тоже сдается, так вот такой залив, понимаете, вот, очень красиво. Вот, дальше вот такую вам покажу еще фотографию, вот он отсюда вид, да, вот, пожалуйста, бассейн, и как вам захотелось, видите, там нету небоскребов, там вот все, как бы, так вот, зелени очень много, вот, много воды, вот, если сейчас еще
Вот такая есть архитектура, видите, тоже. Ну, отличается очень сильно, отличается. И там именно вот еще что интересно, что там очень много культурных вот этих вот достопримечательностей, да, то есть там не развит так сильно вот этот вот бизнес, да, как в Дубае, допустим, там вот это вот, что duty free, вот это все бизнес, все крутится, бегают, да, вот, а тут более так вот спокойно, и мне, в общем-то, очень, даже вот по фотографиям, я понял, что я очень хочу там побывать уже, то есть мне вот интересно стало там побывать, а с учетом того, что если будет вот этот вот транспорт наш замечательный, да, когда ты будешь приезжать с аэропорта и будет туда буквально тебе будет 20 минут ехать до этого Эмирата, будет вообще замечательно. Поэтому вот такие, ребят, перспективы. Вот. Ну и вот посмотрите, вот как говорится, вот это, кстати, опять-таки из этой статьи. По данному маршруту транспорт UST может использовать не только как для доставки пассажиров к историческим местам, но, кстати, вот это вот Форт Дайя, мы с вами говорили, что это он так остался, то есть тот форт, который был, в общем-то, защищал эту территорию, и там были вот пираты и так далее. Но вот он остался именно вот как он и был в то время. Также в юнимобилях пассажиры смогут любоваться живописными видами с высоты. При этом все рельсовые автомобили оснащены, вы помните, системой мультимедиа и Wi-Fi, с помощью которых во время экскурсии можно получить информацию об объектах, находящихся в конкретный момент за бортом транспорта. Ну, мне кажется, это вообще фантастика, да? То есть, понимаете, вот как действительно, в чем красота, что вы находитесь в таком вот, скажем так, нашем юнибусе будете ехать, да? Там мы будем с вами ехать или туристы будут ехать. И в это же время они будут, ой, что это, что это? Тут же можно будет узнавать благодаря вот такой системе оповещения. Но я думаю, здесь можно поставить восклицательные знаки, потому что это действительно очень здорово, да? Вот. Но это еще не все, потому что дальше, спасибо, дальше еще, опять-таки, рассматривался еще один вариант линии. Здесь уже, видите, порт Сакр с пригородом Аль-Хаким, там такой. Здесь получается длина 23, вот это вот порт, я тоже нашел его, просто загуглил карту, вот так он находится, этот порт грузовой, да, вот, и он там тоже, видите, может включить 11 станций, то есть этот порт тоже, видите, то есть помимо, скажем так, транспорта пассажирского, рассматривается еще и транспорт грузовой. Такое расположение трассы не только поспособствует экономическому развитию Эмирата, ну и упростит передвижение по городу, предотвратит заторы на дорогах, сократит время в пути, а также сделает регион более привлекательным местом для жизни и ведения бизнеса. То есть, понимаете, если действительно... Я, кстати, почитал, что сейчас вот этот вот эмир, он действительно заинтересован не только в развитии туризма, но и в развитии бизнеса. Поэтому там сейчас совершенно новый, с 23-го года планируется, все вот тоже, как пошел по пути освобождения от всех налогов, да, то есть развитие криптоиндустрии, развитие туризма, развитие инновационного вот виде транспорта. Поэтому здесь получается привлечение идет за счет чего? Не за счет, скажем так, что нефть, ее и не было, да, а именно вот за счет новых технологий. Поэтому я думаю, что здесь будет развиваться очень и очень быстро, да. Я просто это, ну, скажем так, я себе вот так вот рассуждал. Если, допустим, Дубай, он, ну, перекормлен, там все едут, там все восхищаются, там все хотят, то там, конечно, ну, скажем так, более они, скажем так, уже пересыщен вот этим информацией, да, то здесь получается вот этот Эмират, он очень и очень благосклонно относится ко всем, ну, ко всему новому и приглашает, поэтому, ну, в общем-то, есть о чем подумать людям деловым. Вот. Ну, и еще два варианта. Опять-таки, Рассельхайма, ну, почему рак? Потому что когда вот это хаб мы читаем, то в английском там получается KEH, поэтому рак вот так вот сокращенно, да? Так вот, данный эмират рассмотрел еще два варианта маршрута. Один соединяет комплекс Мин Аль-Араб,
вот это вот, тут тоже два таких островка, они там рукотворные, либо они уже были, да, вот. И вы знаете, мы в прошлый раз смотрели, что это такой эмират, он состоит из двух таких частей, да, одна приближается к морю, где живет 90% населения, а вторая, скажем так, ближе к горам туда, и там, в общем-то, такие вот, сказано, что вот это вот местечко, да, Вади на Кап, да, вот, здесь находится еще туристический маршрут пешеходный, да, так вот туда практически очень тяжело добираться, и вот тоже было такое принято одно, ну, еще не решение, возможно, но рассматривается, да, что соединить вот этот вот маршрут таким вот, да, через, значит, ЗИАД-центр, там еще, вот, и получается, вот, то есть люди, которые хотят попутешествовать, там, наверное, тоже красивые места, вот туда тоже будут доставлять здесь туристов, да, и этот маршрут составит 30 километров. И опять-таки, и четвертый вариант, это порт Сакар, что мы с вами говорили, да, и соединить с Этихад Рейл, то есть с дорогой, железной дорогой, вы помните, она такая есть, поэтому там получается, вот чтобы не строить отдельно как-то дорогу сюда, потому что это все дорого и так далее, все это засыпает. Вот помните, говорили о том, что вот в Эмиратах железная дорога, там все строится. Да, строится, но вот именно эмир данного Эмирата, он принял решение, что он не будет строить железную дорогу, да, а он протянет туда 84 километра, вот, при том, что это будет и грузовой, и пассажирский юнибус. Так что, дорогие друзья, только в этом эмирате уже рассматриваются как минимум 4 не коротеньких, а очень даже приличных маршрута. Здорово? Здорово. Ура! Вот. Ну и Шарджа не отстает. А, ну вот, смотрите, вот этот еще раз Рас-Аль-Хайма, да, вот он какой красивый, да, невысокий, действительно, здесь очень, как моя дочка говорит, няшно, да, красиво, восточная архитектура, все очень вылизано, очень много зелени, да, то есть не напичкано, нету тут вот этих вот небоскребов, вот этих вот жары, то есть есть где спрятаться, пройти везде бассейны, в общем, очень здорово. Вот, значит, что хорошо, опять-таки, отметили, что для интеграции в уже сформированную городскую среду не требуется ни перепланировки, ни, скажем так, каких-то сложных архитектурных действий, да, это отдельное преимущество технологии UST, поскольку в регионе много зданий, представляющих собой архитектурную ценность. При этом транспорт UST отличается практически нулевым воздействием на природу, что особенно актуально для сохранения экосистемы Рас-Аль-Хайма. Вот какой мудрый правитель смотрел, приехал и сразу говорит, мне нужно, у меня нет транспорта общественного, мне нужны туристы, мне нужно, чтобы не испортить мой эмират, поэтому, Анатолий Эдуардович, я выбираю ваш транспорт. Здесь мы пишем все «Ура!» дружно. Да, вот такие вот, ребят, дела. Я думаю, что очень здорово. Ну и в это же время напоминаю, что Шарджа тоже не отстает. Помните, мы с вами рассматривали город Хорфахан. Это вот порт, опять-таки, в бухте, да. Он тоже планируется, поэтому Анатолий Эдуардович тоже говорит, это вопрос этот как бы на какое-то время оттянулся, наверное. Но сейчас опять соединение рельса струнной эстакады Шарджа и портового города Хорфахана вот протяженностью 130 километров остается в планах, да. Дальше в планах правительства Шарджи также использует центр ЮСК для транспортного сообщения с местными кампусами. Вот студенты, да, живут там, все, решили тоже соединить. Так комплексы UST вызвали интерес в колледже изящных искусств и дизайна университета Шарджи. И концепция будущей станции транспорта UST была представлена в дипломном проекте. Вот такие дела. Так что студенты очень и очень, да, спасибо за ваше ура. Вот, интересуются, и поэтому студенты, они действительно, как с нашей стороны, вы знаете, у нас тоже было очень много, вот и Алексей Нумович освещал, и я освещал, что сколько уже наших университетов, да, заинтересовалось, вот, но и университет Шарджи не отстает, видите, уже опять написана очередная дипломная работа, и Алексей Нумович писал дипломную работу, поэтому, друзья мои, очень и очень все здорово, настолько все это вот уже, знаете, вот,
информация, которая не просто вот когда-то что-то, а сейчас, вот в наше время уже делается история нашего транспорта. Поэтому технология рассматривается действительно очень серьезно, на высоком уровне. И самое главное, что молодежь очень и очень заинтересована именно вот в развитии данной технологии. Экологичной, адаптивной, вот, и изящный, можно сказать, красивый, вот, и который впишется в любой, скажем так, городской либо природный ландшафт. Ну, можно сказать, а что, скажем так, у нас на нашей стороне? Так вот, скажем так, вот я слушал выступление Владислава Волкова, да, вот, и поэтому вот он там, кстати, присутствует, видите, он сейчас отвечает за развитие адресных проектов, и вот, насколько я понял, что это уже была не первая встреча, да, вообще, когда-то вот, ну, вообще очень много, вот, скажем так, было встреч, которые были ознакомительны, а теперь уже идут встречи на более серьезном уровне, опять-таки, да, конечно, губернатор Ленинградской области, он, конечно, не имеет, может, столько полномочий, как шейх, да, но в то же время без его, скажем так, разрешения вообще никто ничего не будет рассматривать. Так вот, в данный момент действительно прорабатывается решение о строительстве комплекса в Ленинградской области. То есть, получается, вот, раньше было просто разговор, а теперь для пилота, вот пилотного проекта выбран маршрут с высоким пассажиропотоком и напряженной транспортной ситуацией, цитирует пресс-служба губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. То есть все было очень серьезно рассмотрено, показано действительно, чем удивило то, что действительно вот это вот было в Интерфаксе в России, и Владислав Волков сказал, что здесь была другая фотография, там то ли монорельсы, то ли что-то, вот, и действительно вот немножко, конечно, это все вот сляпано было сделано, но благодаря, скажем так, вот инициативным людям, в частности Владиславу Волкову и другим людям, которые дозвонились сюда и сказали, что, пожалуйста, у нас есть замечательные фотографии и так далее. Было предоставлено несколько фотографий, и вот было выбрано вот это вот замечательные, скажем так, яблоки, которые растут в Мариной Горке, наш транспорт, и вот эта фотография была заменена, то есть та фотография была заменена на вот эту, и говорится о том, что действительно сейчас рассматривается очень серьезный пилотный проект, ну, то есть серьезный в плане реализации, да, который начнется вот в городе Мурино и деревне Новая Девяткина. Вот, ну, не знаю, там вообще пилотные, скажем так, рассматриваются варианты таких населенных пунктов, как, видите, Кудрово, Всеволожск, Бугров, Новоселье. Вот, и Новосаратовка. Вот поэтому не один и не два города, а видите, соединены. Но я думаю, что это будет очень и очень здорово. Наверное, там есть определенные сложности. Ну, Ленинградская область, возможно, там затапливает, иногда показывают, как там все разливается, да, там все это заливает. Вот, возможно, там климат все-таки тоже такой более суровый, все-таки северная столица, да. Вот, поэтому, в общем-то, очень и очень даже неплохо мы с вами движемся на всех, скажем так, фронтах. И на севере, и на юге, и на востоке. В общем-то, вот такие вот здоровские у нас дела. Вот. Ну, еще вышло, ну, здесь вот по проектам так, да, я, конечно, очень рад, конечно, за Объединенные Арабские Эмираты, там, мне кажется, там это все действительно будет быстрее двигаться, и Эмираты опять-таки удивят всех опять инновационным транспортом. Вы знаете, мы с вами рассматривали, что там планируется и воздушные такси, и там есть метро, там это, но уже метро и трамваем никого не удивишь. А вот именно воздушные такси имеет место быть, но при этом, опять-таки, это говорит о том, что далеко еще, в общем-то, до безопасности. Вот, в частности, скажем так, рассматривался Техинсайдер, такую статью рассмотрел, какой беспилотный транспорт по-настоящему безопасный. Мы с вами говорили о том, что воздушный транспорт – это все-таки
далеко не безопасный транспорт, не будет там их миллионы, как вот сейчас дроны, допустим, летают там, и действительно, там даже в Эмиратах надо каждый маленький дрон, его нужно регистрировать. А если уже большие дроны, то ну тут вообще, наверное, будет очень и очень сложно все это. Так вот, ну, в частности, в данной статье рассмотрелся именно автоконцерн. Автоконцерн наращивает производство моделей именно на автопилоте. Да? Ну и вот и говорит о том, что насколько это безопасно и так далее. И действительно, можно ли его назвать безопасным. Ну и вот идет такое разговор о том, что беспилотников не удается, опять-таки, добиться полной безопасности. В любом случае, это вспомогательная система, и ответственность за действительно ее использование несет водитель. И вот показано вот такое есть видео, можете загуглить, да, что в Китае, ну, это показывали и на НТВ, показывали, и сейчас вот этот ролик, когда машина Tesla почему-то не припарковалась, да, а автопилот взял на себя, и скорость была 200 км в час. Вот тут я показал столкновение. То есть было, в общем-то, пострадало, насмерть убило двух человек, да, вот тут вот там машина тут, ну, просто размыта, да. Этот человек, я не знаю, чудом как-то увернулся, тут проскочил, ну, в общем, скорость 200 км в час, и вот вам автопилот. Что там, как, почему, что случилось, не знаю. Ну, вот так вот машина взбесилась, автопилот, да. Ну, вот такой вариант. Дальше, вот посмотрите, беспилотное авто полностью, конечно, имитирует поведение водителя. Но вот посмотрите, вот сколько машина должна всего осознавать, да. И любые датчики вот эти, смотрите, все. Ну, вот и говорят при этом, что сколько нужно всего видеть и машине, но при этом что может быть... Какие слабые места? А слабые места это могут быть погода, допустим, да, плохая погода, выхлопные газы, которые мешают сканерам с лазерным излучением распознавать дорожные знаки, сигнал светофора. Второе. Камеры в условиях недостаточной видимости не идентифицируют объекты на дороге. Ну да, если там туман, допустим, очень сильный, да, там дождь сильный и так далее. Если разметка занесена снегом или там песком, как мы там говорили, там, или вообще стерта, да, затерта, беспилотник не сможет своевременно отреагировать на данное, допустим, на данную разметку. Если при движении в условиях плотной городской застройки сигнал спутника будет передаваться с опозданием. Опять-таки, да, вот проблема. И при поддержке функции беспилотного вождения автомобиль взаимодействует с сервисами, а этого требует высоких вычислительных мощностей. Вопрос энергоэффективности до сих пор остается открытым. Вот. И еще один такой вот вариант. Вот смотрите, вот какой тут может быть автопилот, да, когда человек вон вышел, посмотрел с такой безнадегой, да, что, боже мой, вот вам, ну какой тут автопилот, да. Вот. Поэтому плотность автотрафика еще одна переменная формула идеального функционирования. В условиях города на трассах водители сталкиваются с высокой плотностью движения. Вот. И в данном случае решение проблемы интенсивного трафика, безопасность движения в целом может стать распределение пассажиропотока и грузопотока на второй уровень. Это вот такое есть решение. Какое решение? Какой второй уровень? Пожалуйста. В статье рассказывается о том, что ответы на все вызовы в сфере беспилотных перевозок – это технология от Unitsky String Technologies Incorporated. Вот, это инжиниринговая компания, там много рассказывается про UST, да, признанная в Беларуси научной организацией, предлагает новый, готовый к внедрению продукт для решения транспортных задач различной сложности. Пожалуйста, да, что она? Это рельсо-струнная эстакада, располагается над существующей застройкой. Фактически беспилотный транспорт проходит над дорогами и перекрестками, наводненными автомобилями. Да? И в этом пространстве пробки, ДТП просто невозможно. Такие трассы могут соединять удаленные города, пролегать над лесными массивами, горными ущельями, реками. Выбирается оптимальная траектория, по которой движутся автомобили. И вот опять-таки представлена фотография Юникара в тропическом исполнении. Вы видите, написано «Шарджа 2020 год». Вот это вот, значит, с этой статьи. Дальше.
Почему? Пишут преимущество. В юнимобильных предусмотрен в принципе автоматизация работы систем, исключающей человеческий фактор. Вот здесь действительно исключается полностью. Мы с вами просто садимся, просто наслаждаемся поездкой. Тем более сейчас вот новый вот этот вот карат, который уже пришел в шаржу, да, он получается 360 градусов обзор. То есть если мы вот тут вот едем на данном юнимобиле, мы едем и смотрим только в сторону, да, то там получается 360 градусов по всему кругу. Мы смотрим, любуемся, слушаем, скажем так, через Wi-Fi мы слушаем о достопримечательных, которые проезжаем, пролетаем, скажем так, над ними, да, вот. И вот система данной, автоматизированная система управления анализирует, принимает решения с помощью камер, датчиков, радаров, реализована технология технического зрения, которая эффективна при любых погодных условиях. Да, ну то есть действительно, если взять вот, скажем так, данный наш транспорт, то ему уже не надо вот смотреть там в стороны, потому что он смотрит только вот впереди. Главное, чтобы было впереди какой там транспорт и сзади, если кто-то там догоняет и так далее. Вот, в общем-то, это уже насколько обрезает все другие виды транспорта. Нету светофоров, нету семафоров, нету поездов, нету, скажем так, джигитов, которые ездят, да, на зеленый свет, то есть на красный свет проскакивают, и потом джигит остановился на красный свет, так ты что не едешь, для тебя же это самое, то есть для тебя зеленый, говорит, а вдруг другой джигит проскакивает на красный, да, вот такие вот вещи. Вот, поэтому никаких джигитов нету, и вот, в общем-то, дальше. Система контролирует обстановку в салонах и мобиле, превращая возможные угрозы и развитие нештатных ситуаций. Нулевая аварийность. Вот новый термин, еще раз можете себе тоже пометить. Когда люди спрашивают, а вот тот, это наш транспорт обладает нулевой аварийностью. Обеспечивается движением на втором уровне, автоматизированной системой управления, наличием противосходной системы. Юнимобиль не может упасть или опрокинуться. Алексей Нумович постоянно вам рассказывает, что там есть система противосходная, там действительно еще вот эти вот сбоку закреплены, поэтому вот такая замечательная у нас система. И обмен с цифровыми данными происходит как между транспортом UST, вот это тоже очень интересное дополнение, так и с диспетчерской. То есть все получается двойной контроль. То есть и транспорт между собой, скажем так, фиксируется, где, на каком расстоянии, и в то же время из диспетчерской тоже вся информация поступает туда в режиме нон-стоп, вне зависимости от времени суток. Вот такой транспорт рассказывает, что уже есть и он, пожалуйста. И вот фотография, опять-таки, видите, немножко в другом ракурсе, наша любимая фотография, где представлены практически все виды пассажирского транспорта. Система решает и другую проблему. Речь о снижении энергопотребления. Вот это действительно очень важно. Как мы говорили, когда в пробках стоишь, сколько тратится, сколько какой-то... Ну, вы сами знаете, когда вы приходите в час пик в какой-то центр, торговый центр, либо находитесь где-то там на пляже, где-то много туристов сидят, да, то плохо работает Wi-Fi. Вот об этом и говорится, что может не поступать достаточно вовремя сигнал, который будет говорить о том или другом, ну, если на дороге ехать, то здесь получается, вот, пожалуйста, система у нас вся встроена в нашу дорогу, да, тут здесь очень хорошая будет проводимость, Wi-Fi и так далее, вот, поэтому и, соответственно, здесь получается меньше энергопотребление. И юнимобили с низким уровнем энергопотребления развивают скорость 150 км в час. Вот. И при этом получается время следования сокращается, да, никаких нет остановок, никаких нет светофоров, и опять-таки сокращается время в пути, то есть все энергоэффективно. Технология UST обладает всеми преимуществами автоматизированного транспорта и одновременно решает проблемы, вот, с которыми производителям беспилотных автомобилей, ну, скажем так, стандартных, да, еще только предстоит разобраться. Потому что у Анатолия Эдуардовича, у компании UST свой транспорт, да, и своя личная дорога. То есть вот, вот такие вот преимущества. Вот, пожалуйста, TechInsider вот написал такую статью, поэтому тоже здесь можно сказать, замечательная статья, очень грамотно все объяснено. Это я вам так еще сократил, но в принципе
Суть вы знаете, что вы суть понимаете. И вот это очень и очень здоровская такая вот статья. Ну и, скажем так, приятная новость. Да, конечно, почему он сейчас вздохнул? Потому что мы, в принципе, ждали этот транспорт еще, скажем так, когда были в золотом туре. Вот, и вот он только сейчас, видите, действительно, вот, получается, да, в начале апреля. Ну, скажем так, Анатолию Эдуардовичу к дню рождения, наверное, его и смогут установить на четвертую трассу, которая уже полностью закончена, да, то есть полностью сделана, и ждала вот этот замечательный, скажем так, юнибус, который называется Карат, Юбас Карат, да, то есть транспортное средство для комфортных ежедневных поездок по городским и перегородным маршрутам. Вот, в разнообразных климатических условиях. Но это вот, скажем так, только верхушка, да, потому что действительно вот он, получается, нижняя кабина тут на фотографии нету, вот, на видео не показали, но вы знаете, вот это вот только, это только двигатель такой, видите, он сразу там подвешен на раму, то есть он так вот везли, вот желтый, это чтобы там ничего не сдвинулось, ничего, никаких не было, скажем так, повреждений. Вот такая вот замечательная, скажем так, фотография, ну, свой кусочек видео, с видео я взял. Так что встречайте новый Юбас Карат, который добрался до Шарджи. Тут тоже поставим восклицательные знаки, ребят, потому что это говорит о том, что все мы движемся в нужном направлении. Вот. Поэтому вот так это будет, скажем так, он пока один, но вот так вот, видите, вот это вот верхнюю часть я вам показал, вот нижние тоже присоединят, все сделают, вот, и потом будет это только количество 1, 2, 3, 4, да, совершенно верно, 5, 6 догоним, так это до 20 уже трасса будет ехать, и как только это будет двигаться, уже потом будут там все, скажем так, говорить, и мне дайте добавки и так далее, да, вот такие вот дела. Ну, вот это вот, как это может выглядеть, вот эта вот станция, да, вот она, вот видите, там вот на дальнем, скажем так, фоне они въезжают, тут они разворачиваются, такая вот, представлена уже такая модель как бы круглого, да, то есть получается, тут, пожалуйста, вот вам отель и так далее, они очень тихоходные, это уже юнимобили пятого поколения, это очень-очень серьезная машина, вот так это вот будет выглядеть, как я говорил о том, что если это будет соединено через... Вот, кстати, вот эта вот трасса вот, прям уже нарисована идентично, как вот я видел именно в Шарже, вот когда вот, вот прям это вот, даже не кажется, что это вот нарисовано, кажется, что это реально. Вот она, пожалуйста, через водную преграду. Поэтому я думаю, будет фантастически это все смотреться, очень здорово и, наверное, обязательно... Конечно, кто уже, скажем так, собрался в Эмираты, обязательно, конечно, вы уже это все увидите своими собственными глазами, прокатитесь на скорости 150 км в час. Я думаю, что это будет скорость, потому что дорога позволяет. Вот, а может, уже будут уже адресные приемы. Ну вот, вот она, видите, трасса, вот она живьем. Вот она как находится. Вот, опять-таки, наша фотография. Вот, действительно, счастливчиков, которые побывали, потрогали, посмотрели первые. Ну, а теперь те счастливчики, которые уже прокатятся на карате, это будет тоже незабываемое зрелище. Так что, друзья, время пришло, и время 23-го года. Это Юскай, запускай. Вот такие вот дела. Алексей, вы с нами? Да, отлично, спасибо, спасибо большое. Так, ты, Леш, там отключайся. А. Спасибо большое. Да. Так, ты, Леш, там. Ну, я, Олег, сейчас в таких полевых условиях за рулем, поэтому так, без видео. Ну, как всегда, интересно. Вот, так что благодарю за интересную встречу. Вот слайды, красивые картинки, эти в виде рыбок запомнились, эти островные такие штуки. Вот, ну и вот карат наш прибыл наконец-таки, тоже хорошая новость. Поэтому ждем нетерпением 15-й этап, ждем день рождения Анатолия Эдуардовича. Вот завтра еще будет встреча дополнительная там с топ-экспертами и кураторами, там тоже будут кое-какие нюансы обсуждаться, тоже важные. Вот, так что завтра послушаем кое-что. Вот, ну,
Так что спасибо. Вот. Да, дорогие, да, друзья, дорогие друзья, спасибо. Леша включил звук. Ага, включаю. Вот. Спасибо, Леш, за дополнение. Будем тоже ждать, что там руководство скажет, что-то еще. Вот мы с вами, скажем так, уже находимся в такой гуще событий. Те люди, которые сидят, я думаю, что уже не то, что мы ждем, а мы просто уже купаемся в этих новостях, и мы наслаждаемся этими новостями. Спасибо вам за ваши замечательные комментарии. Вот. И действительно, вы знаете, когда вот красивые, скажем так, города, как страны, и действительно, вот, когда эти города и страны будут еще с нашим замечательным красивым транспортом, я думаю, они станут еще красивее, и просто их статус просто вырастет в разы, да, вот как когда в каком-то городе строится метро, становится сразу дороже все. Я думаю, что ее SkyTransport будет в 10 раз лучше, а может и в 100 раз лучше, чем ну, вообще добавит вот статусу тому или иному городу. Поэтому будем верить, что и у нас в Беларуси это все случится, вот, и построится. Но, скажем так, видите, нет пророка в своем отечестве, поэтому приходится, как всегда, идти из-за границы. Вот. Ну вот, на этом мы закончим. Вот. Спасибо вам большое. Вот, мы с вами встречаемся 24-го. Если Леша что-то, какие-то еще новости будут, он напишет в наших чатах. Вот. А так мы с вами теперь встречаемся 24-го. Спасибо вам огромное. Вот. И до новых встреч. Кстати, да, не забудьте поздравить Анатолия Эдуардовича 16 числа. Вот, мы все его очень любим, очень ценим, вот, и, конечно же, мы тоже, возможно, что-то запишем, вот, и отправим ему с родной Белоруссии. Вот, всего хорошего, ребят, все, спасибо вам огромное, да, да, до свидания. Это точно, не забудем, да, все, пока-пока.